Это молодая самочка, кажется. Это из этого года птенцов морских орлов. Там было три птенца. Одного, как помнится, сбросил подросший, довольно агрессивный, значит, старший птенец из гнезда, и осталось два птенца. Вот один улетел и практически здесь не появляется. А второй птенец, ну, наблюдатели, кажется, говорят, что это самочка этого орла морского, вот молодого этого года, появившегося на свет. Она здесь периодически появляется в гнезде. А родители тоже практически здесь здесь уже не появляются. Во всяком случае, я пореже стал заглядывать в этот сайт. Тем не менее, вот родителей я не застал в гнезде. Уже давно не заставал. Ну а сегодня вот 3 августа 2020 года, и сейчас время 20:43 где-то, и вот на фоне музыки барокко я включил видео, чтобы посмотреть. Сегодня необычная погода такая. Сейчас я перейду туда, на этот сайт. Вот мы видим время. Видим, что сейчас время и число. И видим, что 22 градуса, а завтра погода будет меняться. Вот сейчас своеобразный занавес опускается на небесах. И последние лучи заходящего солнца на горизонте видны, это Юрмала. И мы видим, что 3 августа 2020 года слева внизу. Ну, время здесь на этих часах не точное указывается. Они спешат, часы. Здесь показывается, что 20 часов 44 минуты там и 20 секунд. Но на самом деле сейчас 45 минут. Да, вообще сегодня, видимо, или может быть вчера подправили, потому что обычно эти часы бежали вперед. А сейчас точное, да, это точное время, 20 часов 45 минут. И вот появился такой, это голос слышен с другого сайта, этой самочки, морского орла. А вот здесь
накануне дождей, впереди два дождливых дня, причем с очень высоким уровнем осадков. Ну, каких осадков? Дожди, дождь будет. Вот сейчас мы посмотрим сайт. Здесь все это еще видно. Виден сайт с самочкой, которая что-то там ищет. Угощается. Так, и сейчас посмотрим предстоящую погоду. А она получается вот такая вот. Вот мы видим сегодняшнее число. Там уже сегодня показывает дождь. Понедельник, 15 градусов сейчас, где-то там написано. Но на самом деле дождя еще пока нет в Юрмале. И дождь будет, вот сейчас мы посмотрим, курсор подведем, будет вот в это время. Это 12 часов, ну, утра, это ночи. Вот с утра, с ночи пойдет дождь весь день. Причем уровень указан здесь осадков 12,1 миллиметра будет ночью, за ночь. Вот, и завтра днем тоже. Значит, в эту ночь будет, точнее сказать, 7 миллиметров и 8, кажется, или 6 десятых миллиметра. А следующую ночь, на вторник, будет 12 с лишним миллиметров. Ну, а в последующие дни, начиная со среды, по прогнозам, вот мы видим, что переменная облачность или даже солнечные дни полностью. Ну, в общем, каждый день будет солнечно. Вот такую пометку я сегодня оставляю о погоде. Значит, температура здесь указана. Вот видим, что южный ветер преимущественно. Вот и можем видеть скорость 9 километров в час. Южный ветер. Потом он будет ослаблять, и вот затем будет 14 километров в час. Это вот во время дождя. А вот что за музыку мы слушаем на фоне Венеции. И слышен звук, писк этого птенца. Наверное, зовет
кого-то из родителей. Скучает. Ну вот такое сообщение, видеосообщение с этого сайта. Это сайт находит, показывает гнездо морских орлов в местечке Дурбы, Латвия. Ну вот, куда-то полетел. На этом заканчиваем съемку. И сейчас ее через несколько манипуляций переведем в YouTube для демонстрации тем, кто захочет посмотреть. До следующего включения.